Сегодня будем готовить заготовку для мини-мини на зиму. Берем помидоры, зеленый перец. Перец очищаем от семян, мелко режем. Помидоры очищаем от кожуры и тоже мелко режем. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла и обжариваем перец буквально минуту-две. Затем добавляем помидоры и варим до мягкости, где-то минут 15-20. Как только помидоры станут мягкими, добавляем сахар, соль по вкусу. Провариваем еще минуту-две и раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками. Наша заготовка готова.